Всем привет, друзья! Привет! Распаковочка у нас. Купила кое-какие семена тут. Так по-быстрому забежала. Так, смотрим. Горошек купила для внуков. Посадим. Ползунок называется. 56 рублей. Тут много, кстати. 25 грамм. Дальше. Кукуруза, сахарная, конфетти. Тоже посадим в мае. Подсолнечник, сахарный гигант. Я люблю сажать подсолнечники, мне нравится, так красиво. Даже просто для украшения, для красоты. Среднеспелый сорт. Редис, 18 дней. Кабачки, цукини, бананы на грядке. Такие вот патиссончики. Люблю очень. Маленький принц называется. Попробуем. Дальше. Кабачок, кальмар. Вот такой вот. Куда-нибудь пристроим его. Чем больше, тем лучше. Кабачки я люблю. Дальше. Свекла. Столовая барон. Барон. Мякоть темно-красного цвета, без колец, отличного вкуса. Тоже я не пробовала, будем пробовать. Свекла. Дальше. Столовая цилиндра, улучшенная. Такая длинненькая. Мне тоже нравится такой сорт. Такая она вкусная, сладкая. Ну, по крайней мере, которую я сажала раньше. Ну, мы это попробуем тоже. Дальше салат «Великие озера». Решил попробовать вот такой вот. Так, что у нас тут? Сейчас еще не поздно сажать капусту белокочанную ультрараннего срока. Сахарная молния. Вот я хочу ее сегодня или завтра посадить. Может быть, даже в теплицу. Как раз пока до высадки в грунт она подрастет. Будет здорово. Вот, вот такая вот ранняя капуста. Так, а это у нас уже капуста белокочанная. Это уже более поздний сорт будет. Осенний. Такой вот ринда. Дальше петрушка. Петрушку я обожаю. Сейчас уже можно сажать, потому что на улице 16 градусов. Сейчас, в принципе, можно уже посадить. Базилик люблю такой тоже. Такого красивого цвета. Скороспелый. Тоже посадим. Наверное, рассаду посажу еще пока сейчас. Так, и я уже заранее купила себе огурцы «Зятек». Прекрасный сорт, уже проверенный. Очень люблю его. Ну, я пока купила две, но я думаю, что это будет мало мне. Придется еще покупать. И еще тёщин язык. Классный сорт. Но я его еще не купила, куплю. Что-то быстро забежала так по дороге. Ну вот, будем сажать скоро. Прекрасная погода сегодня. Правда, солнышка особо нет. Но тепло, 16 градусов сейчас. Вот такие дела, девочки, мальчики. Увидимся с вами. Пока.